Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала на десятерых в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall за Египет. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну что я помню, раньше в 2 на 2 брали очень часто Египет. Лёш, ты теперь готов разговаривать? Да. У Крига ни одного центра коммерции. Я понимаю, но у меня с Кри дружбы, я не помню, когда я её заключил, но явно Покажите, она... Посмотри. Где это смотреть? А, там же вроде, не знаю, нету мысли самых разве не показывает? Открываешь два отношений. Отношения. Declared friend. Наши отношения, дружба. Египет объявил о дружбе с Кри, я вижу. Все. Или свое открытие. Наведи на our relationship, ну, на Кри наведи, our relationship declared friend. Там вылезет подсказка, там будет написано. Вы все прогрузились? На какое именно слово? Да, я навожу на слово дружба. На это навести? Или куда? Или на... На смайлик. Ну, на... Вот смотри, да, я не знаю, как по-русски. Вот сердечко, our relationship, потом смайлик, потом declared friend. Да. И последнее. Вот я на последнем навожу, написано, Египет объявил о дружбе с Кри, и все. Тут нету сколько ходов. А, то есть это, видимо, да, это зафакапленный перевод. Короче, здорово. А вот, а потом меня спрашивают, почему я люблю играть с английским? С оригинальными этими, а не с русским переводом. Я еще не загрузился. Вот один из примеров. Вообще в оригинале все лучше, чем переведенное. Так, Кри и американец загрузились в оба? Да. Ну, давайте я вам считаю. Раз, два, три. Надо еще вот эту территорию разведать как-нибудь. Качка, ты мне советуешь убить Кумаси? Ну, понимаешь, сейчас вот люди накопят послов, начнется вайн, нас будут за это не любить. То есть ты можешь его себе забрать, и вот туда, видишь, справа от Люблина, вот прям на табачок или где-то в этом районе город поставить будет неплохо. Все плюсы просто не ставят или кто-то не прогрузил? Я еще не прогрузил. А, значит, ну, просто мы в голосовом чате, мне кажется. Ну, как понять, кто есть, кто нет. Нет, на самом деле, я просто не хочу, чтобы ты на меня нападал. Если уже искренним быть с тобой до конца. Блин, жалко, я сейчас буду первым, у кого город то, тут в 10 проходит, жителей, да, получу кучу очков эпохи. Войск. Можно было бы на следующую эпоху это оставить. В том, что я не могу апать. На самом деле. Понимаешь? Почему? Потому что у меня уникальный юнит. Ну. Он не требует железа. Я не могу строить дубины, не могу. То есть, если я уже в него вышел, как бы. Ну, еще 11 ходов. Держать город 11 ходов. Построен. Но... Нафиг надо. Вообще, я бы тут чудо еще какое-нибудь построил, есть, например, висячие войне, сады, же... даже если бы я не вышел, все равно пришлось бы выйти Ападана. И прорваться, а после этого, ну, не работает эта фишка. Сейчас вот таким образом уникалов понерфили. А если ты начал строить меча на двух железе, два железа есть, и тебе в этот момент разграбляют, он достроится или скажет? Нет, слетит, да. Надо, наверное, правительственную площадь начать строить. Раньше так классно было. Все строили военные лагеря, чтобы даже с одним ресурсом строить юнитов. А теперь вот эта вот фигня с колясками. Ты как старый дед, который, знаешь, раньше... Да. Раньше Цива было круче. Скажите, пожалуйста, кто не догрузился?
Виктус говорит, что он загруженный был. А, он поставил уже плюс. А кто не догрузился? Есть кто-нибудь, кто не загрузился? Я загрузился. Может, вам отсчитать, и вы будете воевать себе дальше? Или вы уже не воюете, я проспал все? Или кто там воюет? Мы нам отсчитали. Боже, как я классно Артемиду поставил. Смотрите, сколько у меня тут... Давайте ход заканчивать, да и все. Бесконечно. А можно у меня было раз, два, и три. Крабы появились там, где их не было. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Главное, чтобы все ресурсы не превратились в бананы. Я не шучу, серьезно появились крабы. Восемь. Я тоже серьезно говорю. Восемь счастья от Артемиды. Восемь. Это better balance? Это баг был такой. Это баг, да. Блин, я сейчас не посмотрел, а кто какое сейчас чудо закончил? Это не пирамиды. Пирамиды? Это чудо света пирамид. Ты что-то закрыл просто, не посмотрев. Лёша, да. У него больше войск, но у него ни одного центра коммерции. Я не знаю, откуда деньги. Замечательно. Почему, откуда деньги? Просто построил их. В чем тут деньги? Что, отсутствие центров коммерции, это теперь какая-то дискриминация по признаку центров коммерции идет? Нет, ну за что он армию кормит? Мне просто интересно, как человек воюет. Ну, трупами твоих граждан, очевидно, откармливает. Поставил карточку на минус один и воюет. Там много можно. Прикол, еще нет. Так сейчас он поставит еще в два раза больше построить. Это где там потенциально бесплатные города? Я теперь понял Лёшу, когда он нервничает, что Качечка подсказывает. Да, да. Ну, понимаешь, сидит Качечка и всем вокруг на карте рассказывает, что им надо делать. То есть ты играешь не против какого-то человека, а против Качечки постоянно. Вот никто этим не занимается. Бить Качечку. Ага. На следующем ходу посмотри, там просто шикарбос. Я постараюсь... Причем в этих партиях сам Качечка нифига не выигрывает обычно. Да, нет, да. Качечка, стой, что мне надо делать, скажи мне, пожалуйста. Грейв? Не знаю, чувак. Просто. Последняя надежда просто, это как звонок другу был в этой передаче. А теперь бери 50 на 50. Пить антидепрессанты, друг. Вариант, Грей, как всегда, плыть отсюда нафиг вообще уплывать. Это гиблое место. И либо договориться с поляком. Не, я, короче, жду 21 век и плыву в Европу. Такой путь. Эй, ну, насчет, алло. Каждый ход. А как по-другому, когда она... Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Хорошо, 19. Я один юнитом только пока сходил. С тобой. Так, американец, ты говоришь, большая армия Украины, он тебя не возьмет, почему? Стена построится, раз. И местность, два. И, ну, я просто... Ну, это будет еще ходов... Я не знаю. Ну, он как бы стоим просто на месте. А вы на разных континентах или на одном? Нет, к сожалению, на одном. На одном. Американец сделка. Тут просто проблема в том, что у него все города стоят за озерами. Там проход, две клетки, одна клетка, там правее горы и холмы. И тут просто как бы мы больше перемещаемся по местности, чтобы прийти друг к другу в начале войны. А теперь как-то просто стоим. Насчет будет или нет, или дальше уже. Ну, Леша же этим занимается. Раз, два, три. Вы же говорите, когда вы, когда этим вы загрузились. Прям вот сидит я и вам... занимается. Я вам могу, если мне позволят, подсказать хорошую формулу. Вы по очереди просто каждый ход считаете, и все. Получается, и не отвлекайте других игроков. Один ход, кто там ловит? Америка, а второй ход, следующий ход, другая страна считает. И все. Ах, какой умный.
Вот такие советы всегда и давай. Нет, буду давать, как тебе игры. Нет, не будешь, ты здесь обманываешь. Не, ну мне я не против. А вот когда с кем ты воюешь. О, нифига себе. Двойной стандарт. Да, такое дело. Может, галеру быстренько построить. О, друг Инвиктус, а если я выйду в рыцари, ты от меня отстанешь? Да я к тебе не приставал, Катечка, что ты хочешь? Да. Через два хода поставлю карточку на галеры. Лошадью сбегаю к арабу, посмотрю, что там у него. Я не знаю, у нас... Ну, я не помню, когда... Я явно позже Фантома это заключал. Ну вот, с Фантомом у нас дружба на 51-м ходу, так? Где-то ходов 5, как минимум, еще скрип будет. Дружба. Включали. Считай. О, они, это даже не первый многолюдный город. Один? Два. Три. Это даже не первый многолюдный. То есть кто-то еще круче выращивает. Давайте глянем. У кого империя больше? У Сандро, Артём. Сандро и Артём выращивают империи побольше. Видишь, как мы замечательно ужились. И лодь стоит. Все четко. Ну, значит... Надо будет следующим ходом объявлять войну. Ты будешь на риск ставить кампус или на холм? В принципе, куда хочешь, туда и ставь, короче. Я о том, что ты клетку будешь выкупать, вот эту третьего радиуса? Риск там и точно? Не, риск твой, да. А вот этот холмик, там где, видишь, вот такая, возле железа. Вот да, клеток маловато, я не буду его выкупать. Но... Да, оставь. Туда пока не растет, но ты знаешь, как оно меняется внезапно, это направление роста. Просто это мой второй радиус, а клетки второго радиуса только две осталось. Ну, маловато у меня, как бы 200. Ты предлагаешь купить? Да. У него там 362. Под карточкой, когда будет, у тебя выкуп клеток. Примерно в то время. Не сильно большая армия. Главное сейчас не терять коляски. И будет все окей. Сомнения, может, надо было развиваться, все-таки сидеть, а не... Не, ну города я еще тут поставлю. К минимум еще города 2. 3, 4, 5, 6, ну да. Рядом с озером Крейтер и тут где-нибудь. Захватить Кри это очень неплохо, по-моему, будет. У Саладина что с Кри? Тоже продолжение дружбы. Смущаешь, что голодец. Мне интересно, прокликивал, сколько у Кри денег вход?
А как это сделать? Типа, заходишь, отправлять ему? Заходишь в сделки и смакаешь. Все просто. Гайды качешь. 15. Я думаю, Леша знает этот способ. Ну, он же спросил. 15. Классно. Я открою секрет. Я у Леши это в пятой циве подсмотрел. По его гайдам. Американец. Ты проигрываешь, да? Нет, мы просто спрашиваем. Стоим, тратим юниты. Не, ну просто интересно. Ну, я с тобой разговариваю. А что он, типа, мечниками? Я просто думаю, что у тебя может быть интерес, поэтому и спрашиваю. Он мечниками на тебя нападает? Ну, у нас он двое мечников. Так, давайте Лян назначим, потому что мне нужны будут рабочие. Вопрос только куда. Блин, ну мне бы хотелось строить рабочих. Поэтому мне надо в производственный город какой-нибудь. Тут Магнус сидит. 14. Ну, Саис, видимо. А, я еще могу? Ну, еще могу, так. Ну, я готов считать. Ты готов? Шедет. Ну, считай. Кого мы назначим? Давайте Рейну, наверное. 3. Быстрее клетки получает. Нет, тогда Ветфу лучше. Синие ГГшки есть у нас? Есть, есть. Значит, я хотел поменять на судоходство. Две галеры быстренько построить. Друг Грей, будешь еще дружить? Ну, а Фантом и Сандро уже в ученичестве. А здесь как? Качка, стойте, постойте армию. Ну, я выхожу сейчас в рыцари. Американец, а ты с кем еще граничишь? Видишь, она чуть-чуть подросла. По сути, если прям впрямую, то только с Нидерландами. У меня дальше тундра с ним. Я думаю, Нидерланды будут тебя захватывать где-нибудь на кавалерии, скорее всего. Только что. Только что что? Ну, дружбу он со своей инициативы кидает. Ну, только потому что... Да, ну чтобы перед войной, я это понимаю. Ну и как бы тут... Уже перекидывать войска на Нидерланды? Нет, не сейчас же. Кавалерия это, не знаю, наверное, еще раза два тебе дружбу кинет. Ну, короче, ты увидишь, когда в союзы выйдешь, если он не будет союз принимать, значит, готовится нападать. Друг Инвиктус. Помните, рассказывал про перешейк? Я думал, что это перешейк между двух морей, оказалось, большое озеро. Вот там Нидерланды. Там, то есть, две клетки прохода. 236. Тоже могу подсказать, ты когда четверку нажимаешь, озеро закрашивается красным, а моря нет. Что-то у тебя уменьшается количество армии. Да, 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 да. Тут как бы за районы воюю. Ну, согласен. За район? За военный. За шабаны. Теперь можно такие шутки шутить, я понял.
Я не знаю этого слова. Ну, в каждом городе есть район такой, знаешь, который... Я понял. Какой в Кривом Роге? Не знаю. Гданцевка, наверное. Ой, нет, не Гданцевка, Долгинцево. Но это цыганский район. Ну, в общем, смотри, американец, я могу сейчас объявить войну Кри. Но только при условии, что мы с ним воюем прям до конца. То есть, если ты, блин, через пару ходов с ним замиришься, это, конечно, будет грустно. Я такой, но как бы он мне всю игру испортил. Ну, буквально просто вот упарывается. Я как бы не понимаю, зачем такое люди делают. И преподать урок в плане там... Ему невозможно по-другому, ему некуда деваться. Ну, я не знаю, ты видишь карту, куда ему города ставить? В три города играть или сколько у него? Четыре города? Я так и играю, если что. И я уверен, что место у меня хуже. Ой, извини, считать. Прости, я разговаривал, поэтому... Извините. Invictus, ты примешь право прохода? Скажешь, когда будешь готов считать. Раз, два, три. Раз, два, кри. Зачем тебе? Чё? То есть, Лёша, договорились, я как бы... На твоих условиях. То амбар, где амбар? Вдруг немец поживает. Ага. Растем, значит. Кампус. Блин, ну ты ничего не сказал, Грей. Я уже отменил, я устал ждать, пока ты ответишь. А, ну извини. Ну поплавались в озере, чё тепло? Лови рыбку. Фантома, у тебя горы там есть? Горы есть. Надо всадника построить, сбегать к нему, посмотреть вообще, что там у него. Классно, у меня вообще науки нету. Где мне науку брать? Которая отсекает от меня часть карты. Блин. У меня уже есть это. Не видел. Ну чё, Сандра, как тебе тут в гостях? Шикарная кишка. Причём такая ровная, прям. Тут просто, я тебе говорю, нету ни хрена. Ужас, ужас. Надо было убить качечку. Смысл? Там вот перед Квиллой все это были джунгли. Он даже по джунглям бегает еще вдобавок на комнате. Просто бессмысл. Вот тут развлекательный. Можно было только игру использовать. Единственное, что у тебя где, пацаны? Интарь есть? Сандро, интарь у тебя есть? Да. И интарь и апельсины? Да. Американец, а общие открытые границы дашь? Да, кидай. Это очень даже зря. Вот так вот. Человеку, который, возможно, будет на тебя нападать, показывать всю свою территорию. Кто будет нападать на кого? Ты на американца. А как? Ну, Лёша просто не в курсе, что здесь. Это качечки вопрос, он знает. Все, ладно, он хорошо, все знает как. Через шотландца. Я не встретил шотландца. Вот это и есть твоя главная уязвимость. Ахиллесова пята, шотландец. Но опять же, историчненько, видите, американцы должны криво носить. И египтяне им в этом помогут. Вот это не исторично, да. Да. О, Сандро вылетел. Да ладно. Сандро? Wild Fury мне показал. Wild Fury мне показалось, да. Игра написала смена организатора при этом. Да, поэтому игра меняет организатора.
паузу нажал. Да. Три. Артём. Что? А, дружба. Хочешь дружить? Ну давай подружим. Зачем тебе делегация? Нет, делегацию не дам. Кто делегацию? Да не ты, что ли? А. Как сильно. Минус пройти мне, ну, дашь? Или тут есть проход? Терпимо. Я, если честно, карту не сильно разведал. Дальше тебе все удобные города себе забирать? Да. Ну, мы договаривались так, да? Тогда окей. Я поставлю два. Ты беспокойный, Леша, тебе удобно? Нет, ну в плане просто рассказать, где города, если он не знает, как расположены, может, не все развел, я же не знаю. Не, ну я вижу только два города. Столицу и эту Москву-Сахалинскую. Которую ты захватил, это уже... А, нет, это не столица. Питакахана-Пивиин. Все, вот я это. Понял, дальше не надо, Пи просто. Сойдемся на этом, на Пи тут только один город. А дальше я не вижу. Ну вот, короче, по диагонали вверх, Никисив, Вацик, столица. Не все так по речке вверх идут. Ну, Пита, конечно, сложноватый город будет. У него тут этот военный лагерь. Я, с другой стороны, мне вот туда перебежать. И окей. Так, мне тут надо, конечно, за сколько ходов? А, уже минус 2,2. Тогда стоит город нормально, не отвалится. Блин, кампусы грустные. Судостроение. Слушай, вот открыл. Просто интересно, сколько в так сколько производства? 7? Не, 16. 16? А, у тебя 2-2 там караван, наверное. Там караван, да. Сейчас кончится темный век, да, спроси. Грей, ты плаваешь или нет? Ну мне имеет смысл. Информация, я думаю. Три хода вот. Когда лям. А что? Я тебе просто появится, надо сейчас, будет... ну, поставлю меточку. Вот тебе надо туда попасть. Персональный квест на игру? Да. Ну, я помнишь ту игру, когда мы давали квест ребятам, да, типа, да, да. Кто соберется через 15 ходов вокруг острова, тот получит 500 голды. Вот это что-то типа такого же. Постройте железные. Когда мы играли с пиратов. Ну, у тебя похоже, что такая же игра будет. Пиратская тематика. Увидел, да? А, я сейчас считаю, да? Да. Вообще нет. В принципе, от тебя недалеко. Наверное, именно с этой стороны на Питак Кахановапиин нападать, потому что тут лагерь военный, да? Я вот еще что-то не вижу. Деле, может, ты, конечно, считаешь, что тебя здесь нет, раз организатора? Арбалеты выйти. Ну, ты должен ее видеть, эту метку. Я ферм нифига не построил. По-любому. Вообще нету ферм. Он вообще ни одной фермы не построил. А, во! Увидел. Ё-моё. Наверное, феодализм тоже надо немец, открывать. Друг немец. Ну, я сплавал. Ты подтвердился? Сколько ты хочешь за информацию? Смотри, какая информация. Ну, о синей ГГшке. Наверное, Пингалу...
Что пингалы делают? Сколько ты хочешь? Я у тебя спрашиваю. Больше науки производит. Кто маяк построил? Инвиктус. Так что там Инвиктус в итоге? Ты нападаешь на качечку или нет? Я буду смотреть на его поведение. Он дает мне дальше халяви. Я буду за ним следить. Карт-бланш выписал. Так, ну через... Ты же знаешь, что я буду хулиганить. А эти военные лагеря через холм стреляют? Но не как город. Если, по-моему, через холм с лесом не стреляют, а через холм вроде стреляют. Я... Там же сейчас город... Ну, и барбалеты вышел. На холме, по-моему, так. Блин, сейчас уже не очень весело тогда будет. Ну, мне, значит, тоже надо выходить в арбалеты, собственно. И продолжать атаку арбалетами уже. Фига себе, Кри, таким количеством науки. В арбалеты вышел. Надо, видимо, в инженерное дело еще идти. Да, с Кри тут будет тяжело. Американец, Кри уже в арбалетах, если что. Я вижу. Спасибо. Армию мне точно больше не надо строить, надо заниматься развитием. Ну, не заберу Кри, не заберу. Тут не сильно. Давайте Ападану построим. Стены как раз. Блин, я так столько очков лишних насобирал уже 9. И это я еще улучшение свое не делал. Короче, надо вот выходим в золотую эпоху, и надо тут все городами заставлять. А здесь надо сбегать. Ну, вообще, меня сейчас трилема туда проплывет. Буду смотреть, что там. Этого писателя хуй. Может, присоединяйся к счету. Да у нас тут как бы... Я не знаю, американец с нашей стороны нужен счет. Мне не нужен. Скоро, да. Что? Скоро, думаю, понадобится. Кто там сейчас считает про нас? Ты? Да, я считаю. Генерал. Раз, два, три.
Ну, арбалет, генерал вполне тут могут. Хотя бы производство есть. Торговец. Так, рынок завершен. Амбар. Мне надо куча строителей, куча, вот сейчас будет героический век, куча строителей, куча поселенцев, все бабки на них. Так, немец, ты определился с ценой? Германия. Артём Бун. Да-да, слушайте. Ты, ну сколько цена... примерно ты хотел? Там, 10? Я хотел бы бесплатно. Ну, хотел бесплатно? Замечательно. Да. А, чтобы я тебе сказал? Да, чтобы ты мне сказал. Так у меня нет ни одной. Ну, а откуда у тебя столько науки? Да у меня город. Ой, почему они все выживают? А это баг, наверное. Да, ну это не смешно уже второй раз за игру, если не третий. Ну, что город? На 51 долбанул город? Ну, типа, у меня арбалетчик на 57 долбанул получника Марьяна, который 15, и, типа, выжил. Юрий. Там вообще нет хп, 0. Они не 15, они 25. Ну, у меня 15. Юрий. А почему они у тебя 15? Ну, сейчас из-за того, что повреждены были... А ты на качечку нападать будешь? А какая связь? Не хочу, чтобы ты на качечку нападал. Да, пусть нападает, у него уже нечем. Качка сам справится. У меня уже 212, а у него 245, не переживай. Бери, гоняй караваны. Если я уберу юнита с района какого-то военного, он дальше регениться будет? Не буду, не буду. Кто будет регениться? Район военный. А какая разница, стоит там юнит, не стоит? Сейчас он ничего не делает с этим районом. А, в смысле, с чужого? Да. Нет, чужой все равно может регениться, даже если у тебя там стоит юнит. Просто, когда он начинает регенить, ты можешь сразу его разграбить, и все, на этом все закончится. То есть как только видишь, появилось ХП у города, ну это у района, ты его грабишь опять? Опять у кого-то рассинхрон? Ну, все те же на манеже. Меня. Друг Инвиктус, ты когда в Союзы выходишь? Я не знаю. Ну давайте, а кто там считает? Ну я считаю. Давай. Раз, два, три. Качка послал. Ага. Грей, там тебе пос... Ага.
вот эти люди, у которых так дофига Invictus науки, они явно встретили синюю ГГшку. Надо и мне где-то искать. Нет, там чат, сейчас подожди, посмотрю. Нет, нет ничего. Фантом, а ты нашел синюю ГГшку какую? Ну, я вижу по твоей науке, что вряд ли ты ее нашел, но... А вдруг ты просто туда посов что-нибудь посадил? Да, нашел. Ну, где искать? За горами. То есть слева от тебя? Или справа от тебя? Справа от меня море. Мне три лучника надо сделать для ускорения. Водяная мельница, древние стены и три лучника. Вот план такой. Ну, то есть два лучника, этого я... И я отходил там телефон, если кто-то что-то хотел от голландца. Ой, вообще-то надо поменять. Я здесь уже 100% нафиг надо. Весь в крови, правда, ну ладно. Интересно, 119, 103. Качечка. Да-да. Как дела у Эвклида? Гуляю. Не заблудился? Ой, вот этот. Ну, варвар. Что делать? Не очень. Ой, я просто спросил. Мало. Надо бежать этот лагерь. Махэн уже. Готов? Американец. Да. Раз, два, три. Фантом, эти далеко до союзов? 1 с ходу. То есть ты не в союзы идешь, да? Я феодализм открыл. Нет, то есть сейчас в наемники идешь? Нет. Я открыл феодализм, сейчас иду в союз. Из Мемфиса бегает, из Мемфиса. У нас территория бегает, большая, мне рабочие нужны. Из Мендеса не бегает. Слушайте, у меня баг или нет? Почему это? Смотрите, у меня стоит центр коммерции, да? От него же получает этот бонус гавань. Нет, центр коммерции от гавани получает. А, центр коммерции от гавани, все понял. Это, по-моему, англичан получает. Не. Не буду перебирать. Блин, ну нужны компуса, но вот... Там англичан все плохо сейчас, очень печально. По-моему, все у них нормально. Ладно, я водяную мельницу тогда построю. Гарри, ты будешь дожить? Да, Грей.
Тишина была тебе ответом. Ну, я пингалу так и не назначил. Ну, тот город стоит на двойку. Из-за того, что я не смог работать с рыбой, этот город мне был в момент войны, он успел подойти. И как бы с его стороны воевать здесь удобнее. Ну, в плане того, что как бы на моей территории. Но я просто не могу передавить 4 города, не знаю. Тут я, конечно, может, и плохо сыграл, но выдавливаю, что могу. Еще главное место. Я просто ищу союзников себе, там Германия, Америка. Вроде мы близко. Не хотите союза? Давай, я согласен. Я через 3 хода выйду. Отлично, да, я там. Так, наверное, уже вопрос какой? Строителей Золотишко. Пора делать. Ну, думаю, да. Я за. Просто я думал, я американец рядом, вроде как. Где мне компуса построить, блин? Если была другая у меня ситуация. Ты, Алексей, какой союз хочешь? Ну, я понял. Ой. Понимаю. Ну, не знаю, экономически, наверное. А ты напасть на Кри не хочешь, да? Давай, мне вот вообще незачем. Вы с ним возюкаетесь, возитесь на здоровье, мне есть место. Как же повезло людям, которых не смогут. Блин, мне думаю, раба вообще отличное думал... место, мне кажется, да? Что там шевелится? Или ну, я вижу хорошее. Только хорошее. Польша захватила потерянный город. Потерянный город? Боже. Как красиво. Звучит-то, да? Да. Ну. Считать. Блин, ну что? Кто считает, спрашивает, или ты собираешься считать? Кто считает? Ты считаешь, вроде. Ну, точно. Раз, два, три. Сорок у него, у меня 25. Плюс 6. Я вообще должен действительно одного выстрела убивать. Понимаете? Не полезу я туда. Ну нафиг. Одного выстрела убивается. Я лучше подожду. Убил лагерь немец. Если тебе, конечно, это интересно. Боу. Ну ладно, чё. Фантом, дай пройти, там у тебя этот дуболом стоит. Я думаю, откуда пошла мода переименовывать так города? И ты, что ли, качек всем показал? Это только за Конго я так делаю, потому что там везде мбанза, я пытаюсь. Еще за Кри Шучу. Можно тоже, потому что там... Не, Мапуче. Мапуче. Мапу, вот это. Грей, скажи мне, ты хочешь подружиться? Да, вот этот город на П, который начинается по кличке Пи. Это, конечно... Что тебе сказать-то, друг? Ну ладно, ничего не буду говорить. Не знаю. Ты на берегу, я на берегу, Качка на берегу. Все на берегу. Все на дно. Ситуация сложная, нет? На один ход, чтобы уже... У меня все просто. Очки. Я не вижу сложной ситуации. За чудо пошли. Я тебя положу на один ход. Ну, могло быть кампус. Больше, там, по-моему, не влазит больше. И ты дружишь с Качиком. Ну, это все плохо.
А ты что делаешь? Он тоже дружит. Причем с лагом в 5 ходов. Семь ходов стены. Блин. Шесть ходов. Мне надо для ускорения. А так до вас новость не дошла, что ли? Катечка же прислал гонца, там это вассальная присяга была. Кому? Не-не, там текст был написано от стеки, там клянуться в верности там, и так далее, и так далее. А, кому? Это присяга. Мне? А я думал, там, типа, знаешь, как дали вольную на грабеж прибрежных территорий. Ну, там патенты выдают, конечно. Но. Нет. Патента данного государства, вот нигеры разрешают грабить, как бы, пожалуйста. О, потише, какие нигеры, ну, ты что? Черный нигер. Наш черный. Афроамериканцы. Афроамериканский друг. Афроафриканцы и евроафриканцы. Афропангейцы. Да-да-да. Или, погоди, на какой вы, не, какой у вас этот континент? Кащенком. Даосизм. Калахария. Континент даосизм. Такой себе континент. И тебе судить о наших континентах, смертный. Так, подожди, ты как со мной разговариваешь? Я ж твой брат. Точно, точно. Мы общаться на равных, а ты... Друг, оскорбил друг. Меня, взял. Почему-то. Ха, Пита Каханапивин отваливается по лояльности, здорово. Ужас какой. Повтори это еще раз. Ужас какой сказал. Пита Каханапивин. Неплохо. Меня больше удивляет, что ты это смог сказать. Ты, наверное, тренировался. Да это легко делается. Берете длинное слово, разбиваете на несколько частей. Например, Пита Каханапивин. Вин. И все, и ты это произносишь. Какое-то лекарство, мне кажется. Ну это фармацевтический город. И как-то связано с ритмом, потому что пита это булочка, как это как? Ну, кри потомки древних ашкенази, видимо. Или наоборот, предки. Немец. Ты еще не в союзах? Да, слушай, не пока. Слушай. А, да, все, в союзах кидай. Смотри, я тебе кидаю экономически. И если ты не против, давай открытые границы, прокатимся, посмотрим, куда бросать. Да, вообще за. Окей. Ну что, Крей? Нет, так? сейчас Софлит уедет домой. Алло? Считай. Ну, раз, два. Кри, а ты замириться не хочешь со мной и с американцем? Ты будешь до конца воевать? По-другому. Нет, я имею... Нет, мы договаривались вместе, если мы замирим. Я ж про вместе. Или ты хочешь выносить Кри до конца? Я ж не говорю, типа, только со мной замиримся, давай. Я предлагаю Кри со всеми замириться. Мало ли, он сейчас мой город берет и замиривается с тобой. Это как бы для меня... Нет, я не... Если он с тобой не мирится, то и я с ним не мирюсь, естественно. Вопрос, в какой момент я не могу в таком концепции. Так, плюс 50 производства поселенцев. Потому что мне вот на этом вот плацдарме, где выше, где город нарисован, потому что у него вся пища просто как бы стоит. Ну, неудобно было. И сейчас неудобно. Наверное, содержание юнитов пока возьмем. Что он как бы не сдался и видит, что тут можно что-то делать. А может новые но строители он, получают... Ходил. Ну, караван, конечно, попал. Давайте. Ну, это и еще так. 20 ходов. Водяную мельницу ускорили.
Деревня Истина как-то долго троится в этом городе. Конечно. Так, ну что? Селенцев. Делаем. Тут достраиваем чудо. Тут уже два хода. И надо расселяться. Где вообще? Ну, я бы вот тут поставил. И, видимо, тут. Если вниз. Еще города ставить, да? И тут вот где-то неплохо влезет. В принципе. Нидерландов. 80 очков эпохи. Ну что ты перебрал он, нет? Самую малость. Из Ирландии. Сейчас я к нему каперов отправлю. Готов? Ой, извини, я удар. Ладно. Ну, извини, можешь начинаться. Отлично, обожаю, когда варвары уходят. Ой, я еще и прокачку, ну ты пошел. Ладно. Ты не занервничал. Блин, так подвисает игра что-то. Пока тут посидим. Так, в случае будем патрулировать эту территорию. Так, ну что, тут тоже поселенцы. Ну я бы поселенца в Ракидете еще делал. Ну, смотри, сколько мне надо еще поселен? Три? Как минимум тут два и, наверное, там один. Ну, давайте, поселенца. Три рудника. У меня не обработано. У меня даже трех рудников до сих пор нету. Железо не обработано. И вот еще рудники. Да, там у вас союза. Соседи мои. Сосед. В рыцаре нету смысла идти, потому что мне нечего апать в рыцаре. У меня мои коляски апаются не в рыцаре, а в... Они нужны? Да. Кстати, а железо у меня еще было есть, чтобы рыцари строить. Сейчас морскую традицию откроем, и для этих нужно, для гаваней, поставить карточку. Ну тогда пойду в союз. Ах ты хитрюшка. Да, что-то только у Wild Fury проблемы с коннектом. Всех остальных нормально, десяточка идет. Так, давайте по городам пройдемся. На рост нормально. Здесь на производство, здесь на рост. На рост. Ну, пока на рост. Можно и здесь даже пока на рост. Можно, а тут... Нет, смысла он расти не будет, пока оккупирован. Мне бы очень хотелось, конечно, Кри вынести, но сейчас делать упор на войну с ним невыгодно. Поэтому пока так. Да, мне даже невыгодно из Маква Сакахикана Фантом, у тебя столица вот выше, где у меня прачник и коляска стоит, или наоборот слева да, где-то? Да. Там выше. Выше, да? Выше. То есть сейчас я стою около не столицы, а там выше будет столица, да? На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!